Детейлер с Который помощью. Details? Details, да, Details. Скинь ее в личку. Но он грузит комп еще больше, чем SCADA. У меня SCADA еще... У меня ничего не грузит. Ну, значит, у тебя хороший комп. Спасибо, приятно мне, блядь, давно таких комплиментов не делали. И чё Details говорит, кто слакает, кто нас тянет назад? Так чё тут траить? Его убивать, блин, с первого-второго пула надо. Ты охуел? Я, блядь, на фурике нахуй поддерживаю, а ты, блядь, свои противники не пиаришь. Ты все равно охуел? И не охуел? Ну, как раньше, да, падал. Чё, какой у нас сейчас план? Чё делать будем? Пока он там пройдёт фулл целка? Да, да, там чуть-чуть осталось. 7 боссов. 13. Так у нас ещё хил ушёл и танк ушёл, вроде сказали, чё мы делаем. Так у нас хил сейчас есть. Я хочу посвакать. Я свакаю. А чё, доллар скинешь, нет? Да я ищу на форуме ссылку. Я сегодня смотрел, что-то нихуя не нашел там. Там в какой-то теме было, блять, я забыл, и сейчас еще. О, я нашел, сейчас ты скину. Там просто в локовской теме было, поэтому я его тебе сейчас. А ты че? Зачем свою саут в рейд взял, слышишь? Могу. Ты одни ты персонажами играть не можешь. Ты думаешь, что у меня сможешь? И поконтролить, и... Если не играть. Не, ладно, он там закрыл ссылку, сейчас свой скину. А ты не замечал, она там ошибку выдает, там что-нибудь выкидывает, с ней ничего такого? Да нет, вроде Details нет, не выкидывает, Люа, ничего такого. Да. Хорошо. Так даже лучше. Да, ща я релогну, чтобы скинуть во флудилку эту хуйню. У меня КД 0 из 0. Принимать? 0 из 0. Это репофарм называется. В смысле, Войт, ты сюда с алкашными камнями с совой прыгать? Ты уверен?
Ты же понимаешь, Войт, что, да? Долорес Резис буду заходить? Сейчас уже начнем же пылять. Я правильно понимаю? Ты еще и без Т5. Ты 10 дашь? 7,5 он дает. А вы сегодня еще куда ходили? На Алара. РС 10 герц. И все? Да. Мы сегодня с 9:30 начали. Ой, с 7:30. Пять локов? Я тебе предлагаю на завтра оставить. Чем ты больше со мной состав меняешь, тем больше у тебя проблем будет. И по ДПС тем более. У нас в рейде уже 8 друидов. Если добавить еще одну, ничего не изменится. Только антивирус отключайте, когда будете распаковывать, а то я к вашим компьютерам доступ не получу. Если антивирус включим, то разом все коронавирус поймаем на этом боссе, ты чё? Ты потом Долорес сразу адрес пиши. Дайте портал Долорес, пожалуйста. Долорес, заходи. Чё тыкнете? Сейчас чарку от огня куплю. Монород, Луцинь, Кават. И ты, да? А, нет, Алоэ. Лайт, ты за ДД? Дайте Кирилл. Сорос, давайте бафы. Сопрот. Есть сопрот. Рыбу поставил. Кирилл. Рыба, рыба, рыба. Сопрот. У кого есть сопрот, дайте, пожалуйста. У меня доступа нет. Япончику обмен кинь. Сек. 400 голды плати. Нет у меня денег. Ой, ты не собираешься сокращать контроль? Они мешают друг другу. Ну ладно, давай дальше падать. Сейчас, рим.
Тэрел. Ой, я на рейде или с танками? Им дать контроль, другие заходят. Вы проснулся по дальним, по ближним, по двум, по трем дается максимум. По двум, максимум, по трем дается контроль, остальные заходят. А, для этого надо уменьшить количество контролирующих людей. Они когда 7 человек дает по трем мобам контроль, сбивают друг друга. Че, все готово? Кирс, Редвар. Да, я готов. Нет, дайте саппорт. Есть саппорт? Я отдал 2 своих последних саппорта людям. Мне не давал ничего. Как себя. Тем людям, которые мне кинули обмен, я дал. У меня больше саппорт. В группе болтаешься, и Вага тоже вот висит, блин. Каску, подыка, каску. Вагу можно убрать с группы, и Пью пусть переоденется. Он ж Маратоси не закинул, и еще, по-моему, альтов 4. У нас третий паладин ушел. Ладно, все, Вага там висит, не мешается, а то 6 было штанг. Все, давай. У нас третий паладин ушел, пускай Кават раздаст каски, я раздам их. А кто-то из варов покричит на ап. Я все понимаю. На Ршаме кулак и монорек. А нету каски. Я все понимаю. Паладинов нету. Потому что Кавата раздавал именно кулаки, а Вага каски. Вага ушел. Ну? Сейчас он перебафует. Хорошо. Сейчас Кават каски, а ты кулаки. Все. И что ты там придумал? Без МП5? МП5 остальным, а поваром кулак. Чё-то... Знаете. Два шамана, пусть тотем поставят на монорель. Ты можешь отдельно даже ждать там 10-минутные. Коник, вот так раздай, как я тебя настроил, Эдон. Вой, дай промоут, дам отчет. Кто диспелит на первой фазе? Окей. Кто все, танчит, все готово, да? Кто танчит босса для начала? Я четвертая платформа, правильно? Еще одна подсказка, есть 2 ДК, которые могут первых двух притянуть, а не контроль. Вот им пусть. Да. Монород заберешь после второго коста? Жаль. Отводи, отводи.
Бежали. Кто в луже стоит, отойдите. Монород, отводи к РДД. Япончик, чё тебе? Нормально? Ну хуй знает, нам я даже не прорисовывалось. Я в точку отдам. Да, я увидел. Бежали. Это нормально. Это я долбоёб. Логично. Под босс рисуй. Не вставай. Нас просто четверых сбрело. Класс. Близко состоим. Надо падать. Наверх. А не проще упасть? Угу. Конечно, потом мы там наверху никого не поднимем. Сейчас время тянем, тренируем. Хорош. Баф обновить и купаться. Каст. Монород сложил. Монород упал. Монород не танчи, я стаки скинул. Массакру отдал. Нарахи лам закинь.
Смотрите, там монорота будет сильнее пробивать. Усталость. Ярость. Улучшение ярость. Слабость. Ярость это чё? Агро. Под конец каста таунт. Каст пошел. Побежали. Один. Сейчас зайдет. Приготовь. Отвернулись. Дальше отпускать. Кас пошел. Боком сейчас побежим. Побежали боком. Кто наперед пробежал? Там хилы стояли. Фир. Бегаем. Аккуратно. Возле кирста стоит. Кас пошел, в кучу сбежитесь. В кучу, в кучу, в кучу. Перебежали. У нас двое. У нас двое. Сейчас двое. Внимательно. Один, второй. Стоп-каст. Прохил, прохил, прохил. Да, твой зарыт. У меня уже потрачен. Элприл. Стоп-каст. Теперь я пошел. Побежали. Ирсуф. По воздуху контроль. Откиньте, Соба. Откиньте. Стоп-каст. Прохил. Стоп-каст. Перья пошли. Побежали. Стоп-каст. Стоп-каст. А, прохил, прохил, прохил. Да, я видел. Мы от первых же 10 мобов ложимся. Ага. Просто эти 10 мобов должны заходить по 2, по 3 максимум. Ну, это понятно. Нихуя, мне что-то уже нравится этот, блядь, аддон. Рыб поставил. Хилы, которые с медведями. Кого сильнее шибло? Меня или Монород? Монород. Значит, его. Алоэ. Ну, для меня Монорода пробивало очень сильно. Монорода пробивало, потому что он падал. Империи ловим, просто-напросто люди умирают. Нет, это мы вверху, а внизу что исполняем? Внизу бардак полный вообще. Хаос. Вторая группа очень часто ловит от перьев. Постоянно, практически, через раз. Может, по полкишку начнем давать?
Да не, ну что, танки, которые между первой и второй платформой, можете как-то чуть поближе друг к другу как-то танчить? Ну как-то с другой стороны. Потому что вот в прошлый раз Кават с Моноротом стояли, я хилил одного и хилил со второй, а сейчас так не сработало. Чуть-чуть так поближе немного. Ну, Полина пришла. Ой, если они растянутся в сосиску, то те, которые впереди, убьют тех, кто сзади. Да. Нет, они в бок отбегают, они вперед-назад. Поэтому сосиска подрядная. Да, и понятно все. Давайте уже это 20 минут там. Ой. Да, ребят, правда, давайте быстрее кончать этого босса, потому что завтра рано на работу вставать. Я просто скоро от вас уже съебну. Ну, через 35 минут точно. Мы отсюда видим хорошо. Может, просто убьем и все. У нас ДПС очень много. Давайте чуть-чуть раньше выбегайте, кто долбит до последнего стоит. Блин. Побежали. Дать БР? Не надо. Что-то охренел. Что у нас сегодня только происходит? Резист, если первые мобы выходят 5 штук, не кидай в них фростнову, чисто контролем. Достанем. Хорошо. Стой, 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 не отводи. Веди, веди. Дайте по мне касочку только хотя бы, пожалуйста. Монород, когда каст начинается, отбегай заранее.
он к тебе рывком или сам побежит. Типа вот так. Отпускайте, отпускайте. Притяните, пустите, притяните. Все нормально. Ну народ, не там. Я стаки скинул с нуля. Айзек труп. Каст отвести не смогу. Пускай идут, не трогайте их. Сейчас дам. Дал пристав. Забери. Пускай идет, не трогать. Пускай идут. Пускай идут. Не трогать. Отрыв. Массакру. Пускай идут. Кто ветерок кинул? Я забрал номер. Все, запускать еще двоих. Крест отпустите. Разворачиваю босса, веду в противоположную сторону. Босса обратно ведите потом.
Ярость. Фир. Слабость у меня. Это чё? Дима, стоп-кавки. Перепошли. Побежали. Нет. Есть один, один. В кучу встаньте. Ну, давай. Сейчас заходим. Отпустите. Хилов предупреждать о касте или нет? Каст пошел. Да, Дим, говори, пожалуйста. Побежали. Прохил Мосу. Мосу, Мосу, Мосу. Резиста за хил. Так, на втором что у нас? Фир. У нас обнаружен. Крик. Перья пошли. В кучу, в кучу, в кучу. Перебежали. Крик. Крик. У нас один будет заходить. Сейчас Крик заходит. Фир. 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 Перья пошли. Перебежали. Фир. Ой, все. Время будет, и сядь, пересмотри несколько пулов, возьми на бумажку, запиши людей, которые не могут выбегать от перьев, и побегай с ними, вот потренируй их. Когда им нужно стопать ДПС и в какую сторону кому бежать. Мечутся, вот смешно смотреть просто со стороны. Сами в лужу забегают, могут развернуться назад, побежать зачем-то. Я его не достаю. Мусор не рецвит. Где он? Нет, прожать не могу на него. Смотрите, у нас сзади стоит вот здесь, вот, грубо говоря, хилы и лок, кто-то стоит с нами. Мы, когда перья падает, бегим по диагонали вот так, чуть-чуть сюда, потому что в этой стороне там милики могут разлить еще что-то. Поэтому меньше всего ловишь. И дальше побежал влево, вправо, куда хочешь, вдоль стенки по внешней, в зависимости как упали перья. Сколько там человек будет стоять, неважно, 3, 4, 5, 6, стойте где хотите, РДД, и будет нормально. Бегите по диагонали, ни вперед, ни назад.
Самое главное, кучно стоять, чтобы никто впереди не стоял, чтобы другие не перебегали через его лужу, если в него прилетело первое. Сейчас соберемся, лад пол практически. Все здесь вроде бы, да? А, не, я тут. Тебе будет, короче, надо символ поставить от кровавой ярости. А Дотелец говорит, что ты урон получаешь, блядь. Что-то много, по-моему, за что, нет? Ты, преподу, поздравляю. Вот это было очень красиво. ДДшники, чуть к центру подойдите ближе. Опять пошли под боссов. Вам сейчас... Thank you.
выбираем Монара. Последний остался. Отводи, отводи, отводи. Топать надо, да? У меня слабость. Ярость первый. Слабость. У меня фир вторая. Слабость фир вторая, да. Перепошли. Побежали. Так, второй фир, да? Да. Так что фир прошел. Сколько у вас? Сейчас падение будет. Фир. Падение пламени. Перебежали. Подожди. Нет, у нас... Крик, один, фир. У нас один. Ой-ой-ой. Ты готов? Сейчас уходим. Фир. Там криво пошли. Пошли, побежали, побежали. Фир. По воздуху 5 штук, 6, 7. Гимн на ХП отдаю. У нас кто-то упал. Фир. Энджер Ред Варш Маратосина. Перья. Перебежали. Меня сложили. Теперь. Вот свинь упал. У нас один заходит. Сейчас три. Фир. Один заходит.
Понятно. Так, чё? Мне уже, по сути, надо идти отдыхать. И что? Да не то, чтобы хочу, просто я завтра не проснусь. Тут, по-моему, бесполезно. Да, конечно. Мы вернулись к тому, чего начали. У нас проблема в том, что люди стоят и ДПСят до последнего. Они не стопаются, они вот докастовывают и стоят, принимают удар переми. Вот это единственная причина. У нас ДПС за глаза хватает. У нас химии не ловят, ДПС, которые стоят, вот тыкают каждые полсекунды в кубике в 25, прицельно причем, и не видят даже босса вообще. И они не ловят, а ловят ДД, которые просто дуплятся в босса и стоят, никуда не отбегают. Вот по-другому больше никак не сказать. И вот ходить желания нет такого вообще никакого. Вайпаться просто так, потому что люди вот стараются больше на ДПС. Это Ро?